В Мексике со стрельбой похитили женщину-депутата. Водитель политика получил пулевое ранение, а Норму Родригес, которая стала депутатом лишь в прошлом месяце, увезли в неизвестном направлении. Двое неизвестных во вторник, 14 августа, похитили депутата федерального парламента от штата Веракрус Норму Асусину Родригес, сообщает сегодня. Автомобиль Родригес с ее водителем, получившим огнестрельное ранение, обнаружили на трассе Мехико-Туспан в штате Веракрус. Мужчина рассказал, что двое вооруженных преступников остановили их автомобиль, после чего увезли политика в неизвестном направлении. Власти приступили к поиску Родригеса и ее похитителей. Как сообщалось, в начале августа в Мексике жестоко убили 11 человек. Преступники ворвались в жилой дом в городе Сьюдад-Хуаресе. Напомним, в прошлом месяце в Мехико во время перестрелки погибла украинка. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал и http://www.correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.